Vartamila Mopinadze, Hratslis. Savlo Evro Oriatas. Me Zalian Mikvar Sakartvelo, Magram. Me Ublabarakov, Русули. Я часто бываю в Беларуси, потому что мама белорусская. Я родилась в Беларуси, но почти всегда я в Грузии. Мое любимое дело – это музыка и рисование. Учусь в музыкальной школе имени Палиашвили. Учусь в 4 классе и учусь играть на пианино. Я выбрала пианино, потому что его музыка прямо в сердце ко мне заходит. Мне очень нравится на клавиши нажимать, и вроде в этом нет ничего сложного. Дома у меня пианино нет. И есть в папином отеле. Я туда часто езжу и занимаюсь. Моя учительница в музыкальной школе – это Светлана. Она очень теплая, добрая и приветливая. Хорошо объясняет. Концертов пока было где-то 3. Самое лучшее – это было, когда я пришла в грузинском наряде и играла давлури. Было очень много людей, но все правильно сыграла. Немножко волновалась, потом брат цветы подарил. Мама очень радовалась. Мой план насчет музыки такой. Я закончу сначала 6 классов, потом мне эти навыки пригодятся в жизни. Если будет в жизни что-то трудно, и моя работа как-то сольется, то я буду делать такие кружки и учить детей играть на пианино. Я бы хотела, кроме пианино, сыграть на гитаре. Я пыталась писать музыку, но мне кажется, что получалось не очень. Маме я что-то там наигрывала, мама говорила очень хорошо, но мне казалось, что что-то недостаточно до совершенства, которого я хотела. Мой любимый композитор – это Иоганн Себастьян Бах. Если бы я была знаменитой пианисткой, то я бы сыграла свою самую любимую мелодию в Германии. Моя рекламная афиша была бы вся розовая, там было бы написано золотыми буквами «Приглашаем на соло-концерт Тамилы Мопинадзе». Мой портрет и там нотки рядом. В учебе на музыке самое сложное – это запоминать мелодию, потому что ноток бывает очень много, и это все очень трудно запомнить. Самое легкое – это, кажется, просто чувствовать музыку. Также я люблю рисовать. Мне кажется, что это отдалось мне от мамы, потому что мама моя раньше ходила в художественную школу. Сама я в художественную школу не хожу, но рисую отлично. Когда я начала рисовать, мне было где-то годик с половиной. Я рисую всем – фломастерами, карандашами, акварелью и гуашем. Мой любимый цвет – это розовый. Не люблю зеленый цвет. Я умею рисовать пейзажи, портреты, автопортреты и натюрморты. Бывает то, что я рисую картинки с интернета и придумываю в них что-то свое, а бывает просто своей фантазией. Когда я рисую автопортрет, мне кажется, что я похожа больше в жизни, а красивее на портрете. У меня сейчас около 30-20 рисунков, я их храню и хочу в ближайшее время их продать, если получится. До этого я продавала рисунки у папы в отеле. Самая большая цена была моего рисунка с колокольчиками. 2 лары. Я их отдала маме. Из моих всех картин есть один самый лучший, когда я рисовала маму. В нем очень много таких ярких элементов и мелких деталей, те, которые я красиво оформила. Я его храню в самом ценном месте на верхней полке шкафа. Я хочу, чтобы сейчас мне было где-то около 25, потому что тогда я могу с легкостью вспоминать, что было в школе, в институте, и могу искать себе любую работу. Я хочу стать дизайнером. На сегодняшний день есть опыт. Я могу придумать разные костюмы с разными декорами и оформлениями. Мне нравится моя школа, потому что там очень добрые, отзывчивые учителя и хорошие одноклассники. Мой любимый предмет – немецкий. Моя любимая учительница, у меня их 2, это Рита Суреновна и Елизавета Александровна. Если бы я хотела стать учительницей, я бы стала учительницей немецкого языка. Желательно, чтобы я выучила китайский язык. Дома живем мама, папа, брат, младший брат, бабушка и я. Еще я хотела бы иметь 2 сестры. Мой папа добрый, сильный, приветливый, отзывчивый, любит работать. Мама красивая, трудолюбивая и ласковая. Моя мама очень хорошая домохозяйка, стирает, убирает и готовит вкусную еду. Моя любимая еда – пельмени. Мне кажется, что я красивая, умная, сдержанная и люблю дружить. Для меня дружба – это такая вещь,
когда любой человек может просто прийти к тебе на помощь и не бросить в трудную минуту. Своих детей я бы назвала Вероника и Авель. Я люблю читать. Моя любимая книга — Денискины рассказы. А также люблю смотреть мультфильмы. Мой любимый мультфильм – это «Удивительный мир Гамбола». Если бы у меня была бы волшебная палочка, я бы загадала большой-большой дом и себе большую-большую игрушку-единорог. В моем доме мечты было бы 8 этажей. Был бы большой двор, бассейн и песочница. А во дворе собачка. Я люблю животных, особенно собачек. У нас с мамой была собачка, звали ее Глория. Но я ее плохо помню, потому что мне тогда было только 6 месяцев. Из диких животных я хочу иметь дома тигра, потому что она может защитить дом. Из цветов я похожа на желтую гвоздику. Предыдущий ребенок оставил такой вопрос. Если бы я была писателем или писательницей, на какую тему я бы написала бы для него? Я бы написала на тему «Доброта». Я была бы второстепенным героем. Для следующего участника или участницы я оставляю такой вопрос. Если бы ей дали бы выбор, дикие животные или домашние, что бы она выбрала? И какого животного бы? Я люблю Грузию, потому что здесь очень много красивых фруктов, очень красивое море, природа, здесь все зеленое, мне это очень нравится, и погода хорошая. Маме Игорса Картелло. Для меня счастье – это то, что тебе нравится и не навредит остальным. Я счастливый человек. Если вам нравится мое видео, то выпишите канал Рчаули Таоба.